Всем привет, ребята! Вы на канале ТНТ Фокс. Сегодня будем запускать, короче, много различных крутых ракет. Давайте я вам покажу. Есть вот такие ракеты VR2. Crazy Rocket, громкий писк и в конце взрыв. Есть вот такие Rocket Parachute, смотрите, от Максим. Здесь треск, тоже очень клевые. Также вот с треском ракеты вот такие. VR1 Sound Rocket. Так, есть, ребята, свистульки. Вот разные такие, вот такие. Также взял бабочки позапускать, чтобы было интересно. Несколько петард взял, дымный шарик и также Grand Mouse. Что ж, ребятки, давайте начинать. Так, возьмем, пожалуй, первую ракету Rocket Par... Так, это VR2 Crazy Rocket. Так, установим ее вот здесь. Так, сделаем сразу место. Вот так. Поехали. Да, ребята, это было громко. Так, давайте следующую ракету VR1 установим. Вот так. Вот, ребята, потрещала и упала, смотрите. Так, давайте дальше выберем, что взрывать. Так. Давайте запустим свистульки. Так, вот так установим несколько. Почему-то не сработали обе. Давайте дальше смотреть, что у нас тут есть. Так, давайте дымный мячик вот такой также вот здесь поставим. Есть фиолетовый дымок. Так, давайте запустим VR2 на земле вот здесь. Вот так установим. Очень громкие ракеты. Давайте посмотрим, где она рванула. Смотрите, вот здесь такой клуб дыма. Где-то здесь, ребят. Так, вон вижу стабилизатор. Вот так разнесло.
Так, пойдемте дальше запускать. Предлагаю позапускать бабочки. Так. Давайте сразу возьмем, установим и будем по одной поджигать. Так. Вот здесь немного в сторонке. Так, вот первая, вторая. И еще. Вот так. Так, поехали по одной. Первая пошла. Так, давайте дальше запускать. Покрутилась и все. Дальше. Слабенько, слабенько. Так, следующее. Так, следующее. Да, не все бабочки хотят летать. Так, установим дальше. Ух. Да, ребята, видимо, не сегодня. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас есть. У нас есть еще петарды. Давайте их тоже повзрываем. Вот такие жуки. К-33 Sharp. А также вот такие жуки. Давайте здесь возьмем. Так, давайте будем устанавливать их вот здесь. Так, первый будет вот такой жук. От Joker Fireworks. Ребята, не взорвался жук. Давайте еще. По-моему, в каких-то видео я взрывал жуки, они не взрывались.
плохо. Так, ребятки, давайте бросим лучше вот такой жук. Этот точно взорвется. Так, поехали. Освобожу. Так. Так, осталось еще петарда К-33 Shark. Так, ребята, возьмем Grand Mouth. Вот такие. Так. Смотрите. Обожаю Grand Mouth. Так, возьмем. Что ж, будем устанавливать их на землю. Посмотрим, полетят или нет. Так. Думаю, вот здесь. Ложить. Вот так. Давайте по две. И давайте буду лучше бросать, так будет круче. Сдалека лучше видно. Прыгает на земле. Отлично. Так, остались тут еще жуки, которые не хотят взрываться. Давайте их тоже как-то попротестим. А вдруг сработает. Так. Первый пошел. Есть. Так, дальше. И последний жук. Так, ребята, давайте еще немного ракет запустим. Не запускали мы вот такую ракету, Rocket Parachute. Так, ее тоже давайте установим. Вот так. Поехали. О,
вы, ребята, по-моему, здесь не оказалось фитиля. Так, давайте другую. Ага, вот, вот он, ребятки, выпал. Так, сейчас установим. Дубль 2. Поехали. Да, дыма много. Не знаю, почему не полетело. Может быть, просырело немного. Что ж, давайте еще одну затестим. Так, также установим. Вот так. Может быть, это полетит. Залетело, ребята, куда-то в лес. Так, осталось еще две вот таких ракеты мощных. Давайте их тоже затестим. Так, ложим вот здесь. ВР-1. Поехали. Сама, ребята, взлетела. Так. ВР-2, поехали. Небольшой перекус после съемок. Ребятки, жарим тут бобы. Короче, смотрите, я тут увидел король бобов. Бобовый босс. Мега большой. Посмотрите, какие мелкие. Вот такой, он там не один. Ух. Хорошо на природе. Миско уже пожарилось. Ждем бобы. Также сделали напиток. Что же, ребята, получилось. Вот такое видео на сегодня. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь на второй канал. Ссылочка будет здесь.
а также в описании. На втором канале также выходят крутые видео с пиротехникой. Советую заценить. Ребятки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых интересных видео. Пишите, что вы думаете по поводу сегодняшнего ролика. Смотрите, здесь 4 видео, они тоже очень клевые. До новых встреч, ребята. Всем пока-пока.